Смотрите, ребята, у меня уже 400 подписчиков. Всем огромное спасибо, всех обнял, братва. Сейчас я делаю топовое крепление, чтобы вам снять отличные кадры. Я хочу примотать вот синей изолентой. Синяя изолента — это мощь. Примотать сюда вот, вот так вот как-нибудь. Крепление, чтобы встал туда камера, чтобы вам снимать от шлема. Так у меня нету крепления на шлем. Это очень плохо. У меня вот особенно такой красивый шлем. Вот тут вот так и надо. Так шло по заводу. Потом это вот краска такая. Это специальная краска, которая увеличивает мощность двигателя вашего мотоцикла. Вот. В общем, сейчас я сделаю крепление, и мы поедем открывать мотосезон. Вот, смотрите продолжение. Дальше нужно проверить колесики и заводим скутер. Сейчас нужно молиться, чтобы он завелся. С полпучка завелся. Проверим колесики. Так, ребята, я взял канистру, сейчас нужно поехать на заправку. Вот уже мотоциклисты едут. Если вам видно, если эта гребаная камера еще звук не запишет, я вообще буду в шоке, ребята. Для начала, чтобы ехать на открытие мотосезона, нам нужно заправиться. А чтобы заправиться, нам канистра нужна. Все, поехали. Скутер не прогрелся еще. Еще вон как дымит. Надо молиться, чтобы звук записала камера. Блядь, я паспорт не взял. Уже заглохло, но. Блин, ребята, так классно, в плюс 30 ездить на скутере. Правда, у нас на селе большие ямы, но это ничего страшного. Ух, скутер-то прет вообще, я его 2 недели не заводил. Дай бог, чтобы меня было слышно еще. Нифига себе, я уже 40 лечу! Сейчас что заправим, 95-й, вообще будет огонь. Все тормозят, потому что большие кочки. Но у меня же двухколесный транспорт. Надо показать поворотник, но я не могу. Так что пошли все нафиг. Приехали на заправочку. Заливаем 95-й 3 литра. Так. Так вот, вот так вот. Так, ребята, теперь у нас скутер будет летать. Я заправился на своем селе топовым 95-м бензином. Сейчас смешаем бензин с маслицем и поедем. Правда, станта от меня никого не будет, но я умею стантить. У меня есть видео на канале. Просто эта Дио, она очень тухлая, я даже не встает на заднее. Она едет-то в гору 40 км в час. Блин. Дай бог, чтобы, сука, звук записался на эту гребаную камеру. У меня маслонасос все работает, но я лучше предпочитаю смешивать бензин с маслом. Потому что хрен знает, сколько туда попадает масла. Я купил этот скутер, на нем была сдохшая поршневая и сдохшие подшипники, так как хозяин ебал масло.
но сказал, типа, ну я не помню, что я вроде смешивал. Я спрашиваю, ты точно смешивал? Он говорит, да, точно. Так, вот так вот. Вот так вот, чуть я не ёбнулся. Глушим наш скутер. Теперь нужно сходить за маслом. Я мешаю в пропорциях 1 к 40. Чтобы поехать на мотооткрытие, нам нужно из одного села приехать в другое. Сейчас мы это сделаем. Сейчас я поеду за рулем, а Алина будет сзади бежать. Бать, мы сейчас поедем, мы вообще не уедем. Я 95-й еще залил с маслом. Блять, я и так на краю уже сижу, на. Итак, едем на открытие сезона! Так ты держись за решетку. Так, нас пропускают, ребята. Вот, ну поехали! Сейчас будет очень весело, ребята. Да, ой. Мы уже пробиваем все. Скутер быстро не едет, в горку придется. В горку придется толкать. Да. Но в горку придется толкать. Сейчас мы залетим, чуть не залетели в яму. Мы уже 45 едем! Ебать, как страшно. Ай. Ага. Ну так-то да. Это газпо, ребята. Да. Сейчас мы съездим из нашего села, приезжаем в другое село. В нами даже никого нет, потому что нас никто не может догнать. Да. Ебать весело, конечно. Пиздец, это газ в пол. У нас бак доталовый, ребята, так что... Нет, я вроде ездил вдвоем. Мы заехали. Ну с тобой хуй знает, с Титом. С Титом. Я пропускать никого, конечно же, блять, не буду. Мы чуть не взлетели на Марс. Чё? Ты там так-то это, крылья стоят. Чё? Сейчас мы в горку заезжаем. Видите, как у нас спидометр ускоряется. Я прям не могу, меня сейчас сдует. Блядь! Давай быстрее, у тебя 95-й залил. Ну, блядь, еще криво как-то. Я вот так вообще сижу уже, потому что колеса кривые. Да, в горку мы едем 25. За нами уже колейка. Начинаем, ребята! Мы начинаем! Алина, толкай! Блядь, сейчас! Мы уже разгоняемся! Нам бибикают! Ребята, мы уже летим 40! Уже 45! 50! 50! Сейчас выход на голову тормозится! О, ебать, мото, братва! Нихуя! Сейчас мы объедем и встанем вот сюда. Алина, толкай, не едет. Здравствуйте. Махните с ними. Да не, они... Мы бы с радостью. Они не согласятся. Да. Спасибо. Поехали! Да, вот мы уже обогнали Явана. Где вот мы едем в соседнее... Блядь, не закрывается, Алина. Да какой газ? Посмотри, моргает. Блядь, смотри. Ребят, вот смотри, там кто-то едет. Смотрите, ребята, скутер есть свои плюсы. Мы сейчас будем всех драть в жопу. Смотрите, ребята, я его уже догоняю. О, боже. Блядь, не едет. Здорово. Ребята, я сейчас буду его обгонять. Он уходит.
сука! Пидор! Да. Сейчас мы поедем, установим закись азота, и все будет нормально. Так мы вообще гоняем. Вот эта кнопочка, это ускорение. Это я бибикаю. Ребята, смотрите, мы сейчас их сделаем. Ребята, смотрите. Смотрите, ребята. Я уже почти. Нет, там страшно, нам прямо. Ребята, я не буду. Да. Блядь, мы сейчас взлетим на Марс опять. Погода просто классная на Урале. Это впервые у нас так. Да, вот мы кайфуем. Даже у нас трава зеленеет. На нас все смотрят, как на долбоёбов. Но нам мы и так долбоёбы. Нам делать дома нехуй. Блин, а что такое, Алина? Собирай быстрее. Давай сделаем, знаешь, из ромашек такую хуйню, короче. Из ромашек хуйню такую сделаем. И поедем. Нам еще ехать 120 километров. Я уже тоже заебался. Он нихуя не едет. Зато ветерок обдувает. Всякие помойки нас обгоняют. Я просто не топлю газ в пол, чтобы они не охуели от мощи. Дальше что-то манит. Я не помню. Ты у меня взяла? Ты у меня взяла? О, сука. Лучше там поехать, может? Вдруг на столе менты. А, блядь, тут нельзя поворачивать. Ребята, смотрите, как нужно их делать. Ребята, вот плюсы. Ребята, вот плюсы мотоцикла. Да сейчас, подождите. Ребята, мы не едем! Это газ в пол, ребята! Ну мы стартанули, и мы всех сделали. Да. Дед охуел, конечно. Надо включить поворотник. Это что, нам помахали? О, ребята, это кто? А, да? Ебашим по Стелле. Так не едет! Да похуй. Ну ладно. Ради уважения. А меня манят ваши города. Что там? А как здесь лучше ехать? Там? Да не собьют. Так, покажем поворотнички. Мы с правами все-таки, ребята. Были бы без прав, мне бы вообще похуй. Вот так, повернули, выключили поворотничек. Блять, главное, чтобы камера звук записала. Блять, какой он медленный. Надо Ямаху. Ну, у нас уже японская техника, ребята. До Ямахи мы еще, блядь, доживем, на. Да, вот уже на скутер поднялись. У нас уже деревья, вот, смотрите, ребята, зеленеют. Это вообще удивительный факт, конечно. Налево. Включим поворотничек. Да ну нахуй. Давай попозже. Ребята, мы едем до Красного, сейчас собьет автобус. Вот так вот, ребята. Это мы московские парни. Сейчас направо. Ну тут лучше на зеленый ехать, тут камеры стоят. Посмотри, моргает камера. Да. Заебись. Че, тебе удобно? Мать! Че? Мама! Мама! Ты че, дура, орешь кому? Где она? Блять, сзади мото, братва! Они к нам, надеюсь, присоединятся. Не едет! Они все на Ямах. Ой, мы на скутерах. Не едет, ребята! Толкай, толкай! Че, они сзади? Сейчас взлетим, Алина, держись! У нас колеса и так восьмеркой ходят, в принципе. Ой! Ребята, амортизатор в жопу вошел.
Почему нас никто не обгоняет? Нас уважают просто. Нам туда? Да, туда. Да. Главное ехать с поворотничками, все показывать. Да, типа мы вообще за правила дорожного движения. Ебать, амарт работает нормально. Теперь нужно прижаться к обочине. Ой, ё-моё. Давай уйдем на 100 тысяч. Блять, нахуй тормозить, а к тому не разгонимся. Ёбаный. Нам еще надо продать ее. Ребята, там люки, надо объехать. Еба, я закладываю, да, нормально. Смотри. О, братва едет сзади. А еще ты знала, что мы еще поедем по этой? Там они все собираются, колонны. Я взял еще штатив нахуй. Так, ребята. И что делаете? И что делаете? Серьезно? Давай посмотрим. Сейчас мы посмотрим. Вдвоем. Не, был бы я один, может было бы. А как мы посмотрим? А, тут посмотрим. Ой, ой. Так, вот мотобайкеры. Мы к ним присоединимся. Да, в натуре, кстати. Мы их очень жестко объебали. Но... Что, давай здесь посмотрим. А меня манит ваши города. Да вроде нету. Туда? Мы не едем. Еще вилка просела, блядь. Блядь, мусора стоят, сука. И что делать? Давай ты дай. Так ты зайдешь тогда? Дойдешь. Слышишь, поехали, они сегодня не будут останавливаться. Уверена? Давай ты тогда за рулем. Давай. А там есть на меня такого? Да. Погнали. Ребята, там менты, Алина ей на похуй на водительское, так что поехали. Ох, как весело там сзади, ребята. Ах, ты едь здесь. Прям на них едь. Сейчас будут погони от ментов, ребята, смотрите. Главное, чтобы камера записывала. Поворотники, главное, показывай. И тормозами двумя тормози. А меня манит ваши города. Ребята, господа полицейские, что они сделают ради нас? Там еще проходная система. Стой. Так объедь. Нихуя себе народу, ебать, мы лютые заехали, конечно. Ребята, мы на скутере самые охуенные парни вообще. Нету ни у кого такого. Куда нам вставать? Туда проезжай. 1, 2, 3, 4. Вон вставай туда куда. Ой, ты не врежься! Да хуй знает, давай куда, давай поехали. Не едем. Давай сюда вставай. О, вставай, во-во-во. Не едет. Вам, ебать, лютые, конечно. Вообще классно. Стой, давай прямо поставим. Да стой! Ребята, смотрите, какая мото-тусовка.
Почему все на лютых мотоциклах, мы на скутере? Ладно, у нас Honda. Конечно, можно. Сейчас, ребята, посмотрим, как девки танцуют. Ребята, смотрите, ребята. Только не теребите писюна. Смотрите, какие попы, ребята. Всем привет, я Арина. Да, Алина ебанутая, ребята. Алина, смотрите, сколько! Сейчас будем участвовать на мото-джимкранах. Чтоб натворить какой-нибудь хуйни. Ух, ребята! Фредди Чинаский, покер 2018. Почему бы мне сегодня не повеселиться? Как круто, конечно, ребят. Лица ползут по работе, как покойник. Не сегодня я роняю в голову каждый патрон в этой обойме. Почему бы мне сегодня не повеселиться? На ее раздет. Так не тесно! Каждый песенка потрачу кучу бабок. Ребята, это мото Джинхана, или как там правильно? Мото Джинхана. Ну это Джинхана сейчас вела, это короче я лучше Алины проехал. Последнее награждение. Сейчас награждаем тех, кто участвовал в мото Джинхане. Второе место занимает в мото Джинхане сегодня Белоусов Илья. Почему бы мне сегодня не повеселиться в будний день, я? И первое место у нас занимает Нитюхина Алина. Всем поздравляем, жмем руку и не руку, почему бы мне сегодня не повеселиться, вот. На ее растет. И самый главный подарок — это замечательная, как она стоит, рукодельная кружка с нашим логотипом, с нашим мотоклубом, куда в основном молоко наливает. Вот, ну вот, ребята, не зря участвовали, получили диплом. Итак, небольшое показательное выступление от наших ребят, профессионалов. Крутые станьте, да, ребят. Ребята, открытие мотосезона в городе Новоуральске. Вот GDM идет. Вот этот вообще очень лютый GDM-щик. Да. И он вообще очень лютый пан. Circle small, I know who rockin' with me.
me, cause some people say they got you, but they changing up too quickly. When they go down, they gone now. Don't pick you up when you fall now, but they hit you up when you on now. When they want it all, trying to ball out, I know how that shit go. Say to myself when I get it alone, keeping it real, and I know what's the deal with the people that with me since I was at home. Yeah, people come, yeah, people go. I just sit back and collect gold. I'd rather do it all on my own. No one else could fill in my role. Time is moving, I cannot stay. Lost people with a smile on display. Fuck this window that I'm standing in. I'm doing more than all these mannequins. These people want relationships for benefits. Seeing through their skin, and I can tell you that they delicate. Seeing through their shadow when the truth is always evident. They trying to bring me down, so I'm always staying hesitant. Life been getting crazy, is it really what I wanted? When I put in time, I worked for this. I always saw it coming, but I was having second thoughts. Was I driven for the wrong reasons? Becoming someone surrounded by all the demons. And I stepped back and took time off. Found myself when I felt lost. Found the things that I wanted in life, and I always been my own boss, and I always been on my own dog, doing things how I planned out. Think about my family when they told me I was gonna stand out, like whoa. Yeah, people come, yeah, people go.